Сегодня день продолжается, 17 сентября 2020 года. Мы приехали, тут называется Иосифов домик первый. Это Иосиф Устинов строил. Ну и помогали ему тоже братья. Вот. Отец. Потом там еще второй дом построил себе на окраине деревни. Вот. Здесь вот брат Игорь как раз Глушков живет напротив. Это матушкин дом. Рядышком стоит большой. Первый дом, который в Потеряевке был построен. Вот сейчас заехали, собираем тыкву. Вот здесь вот я посадил, тут примерно сутки 4 было. Вот посадил тыквой. Картошку решил не садить, думаю, много будет. Сколько ты здесь сажал по времени? Сколько? Да это быстро, в течение одного дня я посадил все это. У меня ролик есть, я там лунки делаю. И в лунке тыкаю по 5 штук, по 5 семечек. Вот так и получилось. Здесь она разрослась. Чем она хороша, что она не дает сильно разрастаться сорняку. Если бы не тык, вот сейчас бы тут полный бы полигон был бы сорняка этого. А? А, тыква есть, да? А, вон еще по курсу вижу, с правой стороны. Угу. Ну, вот она лежит и все. А вот самая большая, видимо, да? Которая вкусная выросла тут. А? Ну, конечно. А что же? Но если самый маленький, можно и оставить, пускай живут. Только выживут ли нет, если вдруг заморозки. Все уже откручены бошки. Ну. Нет, эти-то все, это точно забирать надо. Все, все забирать или маленькие оставить? Оставь маленькие. Пускай пока остаются. Ты их под снег кладешь? Нет, почему нет? Почему под снег-то? Зачем? Поросёт? Да. Просто я боюсь заморозок, потому что матушка тоже собрала. Другие тоже там тыкву собрали. Можем остаться без тыквы. Все-таки сегодня 17 сентября уже. Погода переменчива бывает. Очень. Ага, вот тыква тоже, ага. Хорошая. Толстенькая. Здесь брат видел, да, тыквы? А, не дошел еще, ага. Ну, так вот. С Божьей помощью, Господу слава за все. За какой урожай. Вот, брат, тоже здесь вот еще одна. Так, дождик разошелся. Ну, сейчас быстро погрузимся и будем горячий чай пить. Вот и дождливая погода. Чтоб нам не захворать. Все-таки приближается к осени. Надо остерегаться. Уже 2 мешка загрузили. Ну все, тогда я на этом заканчиваю. Слава Богу за все. Аллилуйя. Брат Володя едет собирать картошку. Надо убрать эту. Ну, ничего. Что-то новое. Новая техника, права. Ладно. Володь небольшую аварию совершил на картошку. Ну, правила дорожного движения такой дороги соблюдать трудно.
Ну да, тут ограниченный вес. Все, не нагрузишь. Наверное, ну, распределить надо. А? Распределить, наверное, надо. Да, да. У него так и сказано, чуть-чуть посередине, чуть-чуть назад. Веса не хватает впереди. Может, на него встать надо? А? На него кому-нибудь встать надо? Веса не хватает впереди. Да, ты мягко, мягко. Подтолкни немножко. Нет, назад нормально. Ну, назад, понятно, нормально. А вперед-то тянуть надо? Толкню немножко. Никак. Вот незадача. Слава Богу за все. Господи, благослови. Благослови наш новосердный Господь. Эту технику. Вот, немножко лошадиных сил не хватило. Для него мягкая земля. Ну тут трудно с ним управляться, трудно, да. А? Ну трудно с ним управляться. Да, 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 да. Нет, это вот. Тут надо приноровиться на такой земле-то. Надо ближе вот сюда. Сначала. Надо считать, сколько мешков картошки-то. Проезжай какой-то заводчик. Хотя бы сальник. Попробуй. Ну, главное, подтолкни. Ну, подтолкните, конечно, тут в гору же. Вот. Все, Володя поехал. Слава Богу.